2019 год в Нижегородской области был не самым жарким. Он занимает лишь третье место в рейтинге. Первое место делят 2008 и 2015 годы. Но прошедшая зима была аномально теплой с превышением многолетних значений на 5-7 градусов. Эту же тенденцию поддержал и март, который выбился в лидеры с превышением над климатической нормой на 5 градусов. А вот апрель тенденцию не поддержал. Со 2 мая прогнозируется активная волна тепла. Столбики термометра в дневные часы будут подниматься до 18-20 градусов. Это преобладающий температурный фон. Ночные значения также высокие, в пределах плюс 10 градусов. Такой температурный фон больше будет соответствовать концу мая. Но это не означает, что такая погода продержится весь май. Тепло, как обычно, будет чередоваться с похолоданием и кратковременными дождями с грозами. Май – самый неустойчивый месяц в году. Поэтому тепло, которое прогнозируется в первых числах, потом может компенсироваться вторжениями холодного воздуха с севера. А это уже чревато заморозками и даже выпадением снега, как это было в 99-м и 2000-м годах. Что касается летнего сезона, то по прогнозу Гидрометцентра России среднемесячная температура воздуха в июне и в июле, как и количество осадков, близко к средним многолетним значениям. То есть лето обещает быть теплым. В августе температурный режим предполагается выше многолетних значений на фоне того, что осадков ожидается меньше нормы. Поэтому саровчане, как и другие нижегородцы, в этом году должны получить настоящее теплое и даже местами жаркое лето. Конечно, пандемия внесла свои положительные элементы в экологию планеты, но они незначительные. Так, из-за снижения активности предприятий снизились выбросы промышленных газов, сократился и выброс от транспортных средств. Но, по словам специалистов, говорить о глобальном потеплении еще рано. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.